Рыба. А у меня? Это у меня. Сейчас. Канал. Подпишитесь. Канал. А котик. Замолчи. Что хочешь? Подпишитесь, котик. Все, чтобы вас все захватывало. На меня, что я? Меня. Подальше отойди. Меня. Куча огурцов. Тихо расскажи лучше. Я не хочу. Я мама учила, только я не хочу. Надо мной смеялись. Я вот это друзьям не расскажу. Это вообще, я никого не такой хочу. Не играйтесь водой, водой не играться. Не надо. Не от воды. Не надо, ничего там не трогай. Давай достань его, он утонет. Я не вижу, что я хочу. Это штучек большой, как корабль. Корабль плывет. Лебедочки плывут. Спасать утонет. Он поет.
он кушает. Что вы там делаете? На улице тут вот. Я ухаживаю. Вот лиски берем. Ой. Ему страшно. Лиза, ему страшно. А что есть себе? То уберете все листья. А? Мы не уберем листья. Как он будет жить? Ему же не хватит воды. Ему не воды надо, его надо было вытащить оттуда, а вы его что мучаете? Мы не мучаем. Его надо на землю отпустить. Быстро давайте его на землю. Она хочет на таких листочках, значит, ходить. Мы же его не отпустим. Ага, не отпустили. Ой! Он сейчас так утонет. Он утонет, видишь, вот она свободу ищет. Да у него и так не надо свободу. Ему не надо свободы. Вот по листам. Нет. Не надо драться. Пакостники. Нет, не бери её. Все, пусть живет. Я вот ему приготовлю. Он жить хочет. Я вот цветочки ему положила. Вот. Надо, задавишь его. Все, вот это убрать быстро. И ягоду убрать отсюда. Ягоду, не, чтобы на тротуар не ложили. Наступите потом по всему дому. Вот куда ты кинула? Вот там покатилась. Покатилась. Чтобы это, как его, смородину большую бабину не дергали. Вы со мной ее не кушаете. Да. А там что-то есть. Жаль, что он отвинулся от дома. Жаль, что он ушел от дома. Все. Не, вон цветочки распустились. Ой. Гладиолусы распустились мои. И все попадали в одну сторону. Гладиолусы. У меня укроп здесь вырос. Ну, укропчик. И не стало, пусть семена кидает. Пусть кидает семена. О, скоро георгины. Георгины у меня это низкорослые получились. Ну, а это я вчера, баба, смотри, вчера садила цветочки. Вот эти цветочки. Вот еще цветочек. Ну. Все, что, малину? Надо пособирать уже малину. Так, смородину не это, не надо. Я не хочу смородину. Смородину не рвите.
Если вы не кушаете, не надо смородину рвать. Тут у нас папка не собирает малину. Угу. Угу. Птички поют. Амо, а что ты здесь лежишь?